Вафельницы у меня нет, но я уже неделю хочу кабачково-сырные вафли. Насколько я не любила этот овощ в детстве, настолько я его обожаю сейчас. Я замесила смесь для вафель, все ингредиенты прописала в видео. Сыр я добавила двух видов, сулугуни и что-то похожее на пармезан. Но так как вафельницы у меня нет, я пожарила их на сковороде. С двух сторон по 3-4 минуты каждую. И получились две порции вкуснейших кабачково-сырных оладьев. Пробуйте и обязательно готовьте с удовольствием.